анонс первый. По восьмой серии сериала «Капкан на судью». В центре сюжета картины – судья Нестеров. Принципиальный и честный работник судебной системы за годы службы. Он запомнился верностью правосудия, уникальным чутьем на настоящих преступников и щепетильным изучением доказательств вины осужденных. В день своего 55-летнего юбилея родные, близкие, коллеги и друзья Нестерова собирается у него дома. Во время торжества загадочным образом исчезает его дочь Аня. В ситуации с пропажей человека наиболее важными являются первые 48 часов. За дело об исчезновении дочери уважаемого судьи берется лучший следователь полиции майор Забелин. В ходе проведения розыскных мероприятий одна за другой начинают выясняться темные секреты судьи Нестерова. Жизнь несовершеннолетней дочери Нестерова теперь напрямую зависит от того, сможет ли всеми уважаемый судья признаться в своей профессиональной ошибке. Главные роли в картине исполнили Александр Домогаров, Виктория Толстоганова, Александр Горбат, Татьяна Лялина, Ангелина Загребина и другие. Посмотреть с первой по восьмую серии сериала «Капкан на судью» вы сможете по пятницам в онлайн-кинотеатре «Каин».